Не, должна, давай, давай. Здорово, Юрок! Мы не провалимся? Здорово! Я тебя снимаю. Ну как тут? Как тут? Я снимаю тебя. Давай, прокатись, мы тебя снимем. Садись, давай, давай, это фигня. Он еле едет. Давай, я тебя сниму видео. Нет? Хотел Кать привезти, потом что-то подумал, у нас там все растает. А и редко бывает. Так у Юрки, можно. Вот я у него. Это его автор этой штуки. А, твои доски. Да. Он делает. Где шалаш? Где шалаш? Да, он сам делает. Колеса. Снимай. И я снимаю, ты снимай. То, что мы видели на горизонте. А слишком много в одном месте стоит. Да? Слишком много? Серьезно, да? Давай. Можем провалиться? О! Провалиться всегда можно. Бери! Рома! Бери! Нет! Чё? Юра, нет! Только мотор! Как это? Слишком много в одном месте, говорит, стоит. Просто провалиться. Но. А чё, катнись? Ром. Да нет, ты что, я не защиту ничего тебе. Ну вот. На ней же надо уметь. Юрка, вот. Он мастер. А мы вот на лодочке. На колени, так, здесь сказали, что 6 сантиметров всего. Так что реально провалиться. Будут ползаем. Ну что, получилось в районе 25 километров в час. Это когда вдвоем едем. В одиночку быстрее будет, конечно. Он тоже мог бы на кайте приехать. Что-то он решил на лодке поехать. Так что вот наш красавец. Все вроде как очень четко работает. Я понял, Юрчик. Давай. Смотри, вот он покатил. Так видишь ноги. Да. Все это будет на видео. И буйр тут же. У меня там секунды идут. Круто!
давай, давай, давай. Ну куда ты пошел, если говорить? Это говорю. Вот есть, наверное, речка. Наверное, есть речка. Вот ну, туда, Игорь, давай туда. Туда и туда. Вот сейчас с разгона прямо вот так. Вот ты, вот так, подкинул, я тебе на берег загону. Давай. Так нет, разгонись по воде, блин, все.
Неприятно. Я даже подумал, что все-таки меньше лодкой тут для одного человека. В бою уже страшновато. Когда где проходишь, все. Катыши, рискую, ребята, я сказал. Особенно вот все-таки на этих. Как называется? А им-то что, они на ходах идут? Ну, в общем-то, вы все приехали, вот, товарищи. Выключай.